Чтобы настроить внешний вид этого блока, нужно зайти в настройки. И здесь вы можете выбрать, например, количество блоков в ряду, сделать их крупнее или, наоборот, мельче. Вы можете задать цвет для заголовка, размер шрифта, отрегулировать расстояние межстрочное и отступы сверху и снизу. Например, можно добавить отступ снизу к заголовку, сделать его чуть больше. И то же самое сделать с описанием. Например, сделать отступ побольше, чтобы картинка была свободнее. Вы можете определить цель ссылки, открывать ее в этом же окне или в новом. И задать цвет фона для всего блока.